участвовали все субъекты Российской Федерации, 85, более 4000 участников этого фестиваля, более 100 самых разных коллективов. Главная идея в том, чтобы сделать доступным нашу культуру для самых маленьких, самых отдаленных, самых труднодоступных наших населенных пунктов. Сегодня для нас очень волнительное событие. Вот наконец-то завершается тот самый Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов, которому мы, в общем, посвятили целый год работы. И отрадно, что эти коллективы все 20. Сегодня все 20, они с нами. Поддержав эти коллективы, мы сохраняем нашу российскую культуру. Та выставка, которая приехала, те костюмы, те изделия, они уже сейчас пользуются невероятным спросом. И мы с вами видим, сколько людей хотят сфотографироваться, попеть, попробовать себя вместе с нашими народными коллективами, вместе с нашими лауреатами и победителями. Фестивалей в России великое множество, но этот фестиваль получился знаковым, поскольку есть впервые, я работаю очень давно, но впервые есть материальная поддержка, есть стимул для работы. И, конечно, мы очень рады, в данном случае я, поскольку наш коллектив поддержан грантом, работа его оценена по достоинству. 40 лет у меня стажа, впервые на моей памяти вот такой грандиозный проект с таким охватом и с таким призовым фондом. Действительно, есть за что бороться, есть стремление коллективов работать, улучшать качество, и есть, конечно, огромная радость на местах, когда коллектив получил такой грант и имеет возможность приобрести новые костюмы или запланировать поездку и сбор материала, который потом пригодится в работе. Были очень счастливы, узнав, что нас, что мы победили. Это было неожиданно. Мы даже не могли поверить в это. Мы очень признательны, что признали наш труд, оценили его. Большое спасибо. Для ансамбля были приобретены материалы для пошива новых костюмов, наконец-то. Приобрели аппаратуру, потому что ансамбль выступает в основном на уличных площадках. И приобрели также оргтехнику, потому что много печатается. Съездили на гастроли к своим соплеменникам, сородичам в Бурятию. Мы с ними повидались, они с нами, у нас язык маленько схожий. И так было прям приятно с ними пообщаться. Мы очень горды тем, что по всему Дальнему Востоку мы лучшие. Вместе с ивенским ансамблем «Нурганек». Выиграв грант, мы почувствовали такие возможности огромные, что, в общем-то, мы закупили аппаратуру, мы несколько сезонных костюмов сшили себе, обувь купили, атрибутику для фольклорной программы. Наша жизнь изменилась с получением гранта, потому что мы тут же летом съездили в две прекрасные поездки, посетили Крым и Калининград. Также мы
шьем костюмы, в том числе и зимнюю одежду, которая для нас очень важна. Ну и, конечно, приобретаем какое-то оборудование. В общем, для нас это действительно большая очень поддержка. Показать молодежи, да, что традиции – это гордость страны, потому что народ, не имеющий традиции, конечно, очень сложно существовать. Поддержи традиции! Кундетын ухыт, ардыңға яғылдамшыл хүргеге. Меттағайын юнет! Хайлоу! Поддержи традиции! Поддержи традиции!